Чтобы ни один ветеран не остался без внимания, наряду с многочисленными городскими акциями за каждым управлением и департаментом администрации города были закреплены участники войны, узники концлагерей и труженики тыла. Им к праздникам была оказана помощь в виде продуктовых наборов и бытовой техники. А вот Анна Павловна Романова попросила наболевшим съездить бы на могилу к мужу в Санкт-Петербург. Хочу сходить на могилку и хочу увидеть, конечно, внучку, зятя, дочку, сына. К вопросу подключились руководители транспортных предприятий курорта. Мы на общем собрании с руководителями предприятий решили помочь и все вместе, соответственно, сплоченно приобрели билеты. Билеты и туда, и обратно, соответственно, в Санкт-Петербург, на то, чтобы, так скажем, удовлетворить просьбу уважаемого труженика тыла. Анне Павловне 90 лет. Она очень плохо видит, поэтому в северную столицу России отправилась в специальном купе повышенной комфортности для людей с ограниченными возможностями здоровья. И не одна, а в компании внучки. Теперь мечта Анны Павловны сбылась, а сочинские предприниматели еще раз доказали, что во взаимодействии с местными властями готовы участвовать в различных социальных проектах. Ведь, пожалуй, еще ни за одну перевозку руководство транспортных предприятий не слышало столько искренних слов благодарности. Галина Моисеева, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.